Трубка Холмса. Она сломана. В прошлый раз я ее не заметил. Сегодняшняя газета. Наверное, миссис Хадсон оставила ее здесь рано утром. На первой полосе убийство Бэйнса. Такие вести быстро расходятся. Бедняга сражен наповал. Он до самого конца верил Холмсу и поплатился за это жизнью. Мы думаем, что знаем окружающих нас людей. Тех, кто близок нам, кого мы видим каждый день. Родителей, коллег, компаньонов, друзей. А потом случается что-то непредвиденное, и розовые очки спадают с наших глаз. И в этот самый момент мы видим истинное лицо тех, кто столько значил для нас. Но что касается Холмса, я не понимаю, как мог человек, которого я всегда считал честным и порядочным, опуститься до таких варварских преступлений. Я не могу ответить на этот вопрос. Но одно знаю точно. До сегодняшнего дня у меня был друг. Шум! Да ведь он доносится из квартиры! Холмс, я знаю, что вы там! Холмс, немедленно откройте дверь! Я вынужден вам отказать. Скажите мне правду, Холмс! Я должен знать! Вы не смеете скрывать ее от меня! Отвечайте! Мне очень жаль вас. Немедленно откройте дверь, или я выломаю ее к чертовой матери! Делайте, что хотите. Дверь не заперта. Ну ладно, вы сами напросились. Полиция! Открывайте! Почему все так получилось, Холмс? Столько лет дружбы, уважения, доверия. Мы столько пережили вместе. И все это время вы лгали мне. Лгали. Жаль, что я слишком поздно распознал ложь. Но теперь все кончено. Все кончено. Прощайте, Холмс. После стольких дней напряженных расследований, после стольких бессонных ночей я вернулся на берега Темзы, на то самое место, где погиб племянник епископа. Мне осталось пройти по единственному имевшемуся следу, сделать последнюю попытку распутать этот клубок. Для этого мне пришлось проникнуть в темные прогнившие чрева города, в систему канализаций. Свежий ветерок Темзы сменился гнилостным воздухом подземелья. Я был тенью, заплутавшей в подземном затхлом лабиринте. Я брел, как неприкаянная душа, через это смрадное чистилище. Уже не имело значения, что я мог там найти. Главное было идти вперед.
Вон там плавает кусок веревки. Пригодится, если достаточно длинный. Как-то тяжеловато. Это же труп! Его удерживал внизу якорь. Если я смогу достать якорь, то использую его как крюк. Вот. Я что-то вижу. Окурок еще сухой, несмотря на то, что здесь так сыро. Значит, его бросили совсем недавно. Надо быть осторожнее. Эта лестница в очень плохом состоянии. Перекладины этой решетки насквозь проржавели. Это, наверное, люк для слива воды в случае переполнения канализации. Железное кольцо. Это мне не нужно. Первая попытка. Теперь вытянем лодку обратно. Лодка привязана на другом берегу. Я не могу притянуть ее обратно. Лучше не прыгать. Не могу сказать, что я мечтаю искупаться в этой мерзкой жиже. Провод. Это мне не нужно. Железное кольцо. Это, наверное, люк для слива. Перекладины этой решетки. Ой, перекладина осталась у меня в руках. Это может пригодиться.
Это, наверное, люк. Это мне не нужно. Жилет. Это мне не нужно. Это мне... Лучше не прыгать. Горизонтальный люк. Он накрепко закрыт. Старый шарф. Он в крови. Этот кусочек железа выглядит совсем новым. Похоже на деталь от какого-то механизма. Следы. Здесь кто-то недавно был. Следы. Здесь кто-то недавно был. Надо чем-то очистить эту решетку. Мне нужно что-то еще. Невероятно! Эта решетка новая, она снабжена механическим замком.
Открыто. Давай, Джон, мужайся. Вот тебе еще. Ну что, нравится? А как тебе вот это? Похоже, ему не по вкусу. По делам. А крепкий ли у него ребра? Холмс! Я чертовски рад вас видеть, Ватсон. Ура! Да, он жив! Ну все, бандиты, вам крышка! Дедушка жив! И все-таки он хороший. Я так и думала. У-у-у, теперь они пожалеют. Мой дедушка молодец. А мой дедушка его спас. Читай. Вы живы? Даже не знаю, радоваться мне или проклинать вас. Ватсон, друг мой. Вид у вас неважный, Холмс. Да и у вас тоже. Вероятно. Идти можете? Если подставите плечо. Зачем вы инсценировали свою смерть? И кто эти люди? Я должен продолжить расследование. Один. Джон, я не виновен. Я не сообщник этих мерзавцев. Посмотрите на меня. Вы правда думаете, что я могу быть их главарем? Отдавать такие распоряжения? Слава богу. Как камень с души свалился. Но как... Курары, болиголов, кое-какие индийские травы, баранья кровь для пущего эффекта. Ну и свидетельство о смерти, подписанное знакомым патологоанатомом. Холмс, я имел в виду это дело. Я вам все объясню, друг мой, но прежде надо убраться отсюда. Хорошо, вернемся на Бейкер-стрит. Обопритесь на меня. Наконец-то мы дома. Как я скучал по этим стенам, Ватсон. Я постарался навести тут порядок после визита Бэйнса, но сам не смог тут оставаться. Присядем, друг мой. Пора вам узнать все подробности этого дела. Первым делом я должен извиниться за то, что причинил вам столько душевных страданий и за мое омерзительное поведение в целом. Но смею надеяться... Когда я закончу, вы поймете, что у меня просто не было другого способа вас защитить. Мне было больно видеть, как ваше доверие ко мне сходит на нет. И от кого же, или от чего же вы меня защищали? От профессора Мориарти. Мориарти? Нам не следовало щадить его тогда, в Швейцарии. Помните дело пробужденных? Наше милосердие дорого нам обошлось. Это он в ответе за убийство епископа? Да. Но это лишь небольшая часть его замысла. Мелочь, которую требовалось уладить, чтобы она не повредила его дьявольскому проекту в целом. Епископ обнаружил один документ и заподозрил, что эта бумага — лишь часть большой мозаики. Подробностей он не знал, но дело показалось ему важным, и он решил проконсультироваться со мной. За день до нашей ужасной находки его племянник, которому он полностью доверял, доставил ему еще один элемент головоломки Мориарти. Это помогло епископу увидеть полную картину. Племянник и дядя начали осознавать всю серьезность ситуации. Именно тогда епископ решил связаться со мной. Против воли племянника? Так вот, из-за чего они поссорились. Да, но Мориарти узнал, что епископу известно о его планах, и организовал убийство. Предполагалось, что убийцы унесут с собой документ, который нашел юный Хэмфорд, племянник епископа. Но открыть сейф они не смогли. Что за документ? Доказательство вовлеченности в это дело принца Вудвилла. Хм. Хэмфорд, должно быть, выкрал его из королевского архива, где работал. Связь с короной? Да. Мориарти хотел свергнуть королеву Викторию и посадить Вудвилла на трон Британии.
Как это возможно? Это же ни много ни мало государственный переворот. Терпение, Ватсон, терпение. Сейчас дойдем и до этого. Прежде всего, Мориарти разместил свои пешки. Эти агенты были призваны нагнетать напряжение в народе, дискредитировать королеву и таким образом поднимать популярность Вудвилла. А, я начинаю понимать. Они приложили руку к возникновению голода и начали раздавать суп от принца. Верно. Мориарти быстро узнал, что я слежу за ним. Также ему было известно, скажу без лишней скромности, что я единственный человек, способный ему помешать. Поэтому он разработал план, призванный дискредитировать меня и выставить преступником. И вы решили ему подыграть? Именно так. Я позволил ему поверить, что он справился со мной. Это был единственный способ отвлечь от меня его внимание. Почему вы не сообщили в Скотланд-Ярд? А вам не показалось странным длительное отсутствие инспектора Лестрейда? Что? Вы хотите сказать, что Бэйнс... работал на Мориарти. Все понятно. Убийцы епископа попали в руки этому предателю. Все ваши труды и наши расследования в курильне опиума оказались напрасны. Кроме того, должность Бэйнса открывала ему доступ к полицейским архивам. Он сфальсифицировал и подчистил все документы, которые вы видели в доме судьи Беккета. Саманское ожерелье подменил фальшивкой тоже он. Вот зачем судья отправился к Фарли. За ложной информацией от Бэйнса. Конечно. И в результате оба они обнаружили, что исполняют роль пешек в нечистой игре Мориарти. Судья Беккет получил на меня массу компрометирующих материалов, а журналист вроде Фарли теряет голову, если видит шанс попасть на первые полосы всех английских газет. Так что Фарли, полагаю, подвел профессиональный инстинкт. Подумай только. Я поверил, что это вы устроили взрыв в доме судьи. Как я рад, что ошибся. Но зачем Мориарти было убивать его? Он уже вплотную приблизился к открытию, что все документы, предоставленные Фарли через Бэйнса, фальшивка. Нашему врагу такие открытия были совершенно не нужны. Но как все это связано с ядом? К сожалению, об этом мне пока еще не все известно. Когда мы впервые наблюдали эффекты этого вещества, на примере епископа, яд, несомненно, еще был в стадии разработки. Его действие было слишком сильным. Фатальным. Но и во втором случае с Курцем я не заметил разницы. Однако прогресс был. Яд перестал быть однозначно смертельным. Да, но он по-прежнему вызывал безумие. Помните, как отравленный пытался сожрать своих собак? Верно, Ватсон. Но случай с Курцем не был вторым, как вы предположили. Вспомните, за несколько дней до того пресса пестрела упоминаниями о случаях сумасшествия, в том числе коллективного. Вы хотите сказать... что у Мориарти было множество подопытных кроликов для испытания этого зелья. Скорее всего, испытания провалились, так как все жертвы яда сейчас мертвы. Я говорю «скорее всего», потому что не могу знать, какого эффекта добивался Мориарти. Тут-то на сцене и появился Ганс, верно? Он был нужен Мориарти, чтобы разработать окончательную формулу. И вы помогли Гансу бежать, чтобы через него выйти на яд? Да. Но дело пошло не совсем так, как я планировал. Сразу после побега Ганс попал в руки людям профессора. И вы потеряли его след? Да. Я надеялся, что Мориарти притащит Ганса в свое логово. У меня в руках оставалась единственная нить — бомба, заложенная в доме судьи. Нить, ведущая к трем русским братьям. Посадив на хвост анархистам агентов моей секретной полиции, уличных мальчишек, я нашел мельницу. Сорванцы снова меня выручили. Что же до поиска логова Мориарти, я надеялся отыскать нужные сведения на чердаке мельницы. Я подоспел туда вовремя, как раз перед приходом Бэйнса. Если бы вы позволили ему себя арестовать, вас ожидала бы верная смерть. Увы, замысел Мориарти должен был сработать в любом случае. После гибели Бэйнса я тут же стал опаснейшим преступником Англии, убийцей инспектора Скотланд-Ярда. Поэтому вы решили сделать так, чтобы о вас как можно скорее забыли. Вы инсценировали собственную смерть, чтобы тайно продолжать расследование. Холмс, не знаю, как я пережил эти дни. Мне очень жаль, друг мой. Что ж, по-настоящему важно лишь одно. Вы в самом деле живы. Я жив, но дело еще не закончено. Мориарти рано или поздно приведет механизм в действие.
Вы говорите, что отыскали укрытие Мориарти. И где оно? В заброшенном ярмарочном городке в предместье Лондона. Думаю, там можно отыскать всю троицу. Шильмана, принца и, разумеется, самого Мориарти. Посадив принца на трон, Мориарти получит бразды правления королевством. Со всеми колониями, дипломатическими связями, со всеми богатствами. В том числе у него будет и армия, и военный флот. Все, что нужно для завоевания Европы. А в конечном итоге, боюсь, и целого мира. Холмс, надо торопиться. Мориарти еще не приступил к основным действиям, еще не поздно. Выходим сию же минуту, Ватсон. Погодите, вы правда думаете, что Мориарти за этим забором? Подсказка витает в воздухе, мой друг. Да, у меня странный кислый привкус во рту, если вы это имеете в виду. Именно. Здесь даже воздух пропитан жутким ядовитым дымом из заводских труб. Кажется, я читал об этом месте. Ярмарка опустела после того, как рядом с ней построили фабрику. Даже мороженое здесь становилось отвратительно горьким. Вам разве не интересно посмотреть, что на том складе? Там внутри явно происходит что-то странное. Странное, как и все, к чему причастен Мориарти. Заглянем туда и все выясним.